когда это в 2003-м я был корреспондентом на одном музыкальном телеканале, и безусловно, вот на том самом первом вечере, на котором я брал интервью у звезд, была Жанна. Я так сильно волновался, потому что, ну, то есть, как бы, тогда она же уже была в группе «Блестящие» и так далее, и так далее. И она для меня всегда была эталоном женственности, красоты, доброты, ну, и всего остального. Я так сильно волновался, что брал у нее интервью час. Я, мне кажется, спросил у нее все, что можно было спросить, потому что, это был тот самый человек, от которого не хотелось отходить. Вот когда есть энергетические, да, вот прям так сильно приятные какие-то вещи, люди, и вы понимаете это с первого взгляда, что вот это прям ваш человек. Вот, то вот она была именно такой. Вот так мы с ней познакомились, и когда я наконец-то закончил писать это интервью, она меня поцеловала, сказала: «Мой маленький, у тебя все будет хорошо». И правда, у меня все сложилось хорошо. И последний раз, когда мы с ней виделись, мы работали на одном мероприятии, вот, и мы почти, ну, несколько часов проболтали у нее в гримерке, и вот что тогда, что после, что вот в этом промежутке обиделись, мы пересекались достаточно часто, у меня никогда не возникало хоть единой толики сомнения в какой-то вот ее человечности. Потому что есть люди, которых может портить все, что угодно, какие-то окружающие факторы. А она была человеком.